Ішов козак по вечері, як стемніло, ішов козак до комори спочивати. Стала дівка, мурулечка цукотуха, стала дівка по дорозі доганять. Ой, козаче, чорнобро, пах, помахай, тільки помахай, пах. Всех рано вітаю, утро. Рано утро, дед уже с внуком, а Светланка идет на работу. Труженица, бежит на работу. Проводим тебя уже на работу. Давай, счастливо. Ты быстро придешь сегодня? Или будешь... понятно. Ну давай, счастливо тебе, а? Относительно быстро, да. Давай. Так ты сама на маршрутке или с Мишей? Миша, давайте, я тоже сниму. Где ты там? Миша, доброе утро. Доброе утро. Что ты там делаешь? Я фрукты на снеданок жду. Ясно. Вишенки? Поспели уже. Черешенка. А это черешенка или вишенка? Черешенка. Ага. Покажем. Ага. Вон сколько. Да, в этом году говорили, не будет урожая черешни. Опа. Это уже присоединяюсь на снеданок. Света, на работу опаздываешь? Куда? За черешню уже. Все, давай, удачи. Пока. Юка цветет. О, Вася там дальше поет. Лаванда. Нагорная лаванда. На-на-на-на-на. Настурция, алисум голубой. О, сколько пчелок уже тоже трудятся с утра. Посмотрите, как у Васи глоксиния цветет. Длинный-длинный стебель вытянулся. Ты освободился уже, да? Я думал, день вошел. Нет, ты просто позвони сейчас Люде Редько, будет она в воскресенье или нет. Мы хотим ей морковчу и заказать там капусты, голубцы такие есть у нее. Ну, в общем, зеленый какой-нибудь, может быть, зеленый салат какой-нибудь. В общем, может ей салат. Может быть, сама была, как бы я. Ну, давай. Да. Мне главное... У тебя такие уксусные маринованные, они такие уже не испортились. Ну, да, чтобы они не испортились. Идет подготовка к юбилею. Сколько продуктов? И базе с поиском. Ого. Багатосторонний список. Ого. А все, як же, все переплановано, перечеркано, це вам наше. Юлечка, добрий утро, добрий ранок. Ой, покажи, що це там. Ігрушка. Це іграшка на присосці? Давай присмокчемо її десь тут. Ходи. Юленя, Юленя, не забудь про мене. Можна тебе на ручки? Моє право. Що там Володя? Юлю, піди посмотри, що там Володя. А він з Тарасом? Да, з Тарасом. Володя вот так вот делал. Лежи. Ти дивись, щоб він не брикнув, він з кроваті шпали. Ні, я його подушками обложив. Ніхто не взяв. Так я помню, как я бою перестримываю. Кого? Торт? А торт есть? Это не торт, а ковбаса кровянка. Кровянка. Будешь кровянку есть? С такими хитрыми глазами торт. Я думала, она заказывает торт. Торт она и говорит. Она думала, что это торт. Кофейный тот же бывает. Шоколадный. Шоколадный. Да, а похоже, кто?
поза зоною досягності, поки... Алло! З торта запах почула, так? Да? Mm-hmm. Ой, завтра буде торт. Большая. Оце тіло. Уже стесняшка. Только здесь открывай, бо там... Ти вже серйозно тіло? Ага, так, кушай. Вже така вона вже доросла. Якщо Вовіка береш отак, то Юлі треба. Так, дальше давай. Помідори гірки, я написала купити помідори. Лаваші. Лаваші, так. Да. На лаваші є лаваші. Є... Знаєш що? Я думала, червоно-рубо ми думали вначале лаваші, правильно? Так. Да. Їх не видно буде нічого. Давай ми його на этот самый. На бутерброди? На бутерброди. Бутерброди зробили червоно. Бутерброди з рибкою? Ну так. Да. З красною рибою? Чи сливочне масло, або що там? А не потонуть вони, не буде їх кредити. Так ми не будемо вже сильно мазати там. Чуть-чуть. Ну так, без проблем можна і зробити лаваші. Тоді я напишу собі бутерброди з рибою. Бутерброди, а лаваші пусть будуть вот эта вот куриця і зелень сир з плавленим сиром. Бутерброди з рибою. Да. З рибою. І сюди пішли лаваші. Нам треба чорний хліб купити, так? Да? Ну, у нас є чорний хліб, а знаєш, такий квадратик чорний хліб. Для бутербродів? Для бутербродів. З рибою. З рибою чорний. Или лучше білий, як ти думаєш? Ну, чорний теж буде класно. Я думаю, що чорний хліб. Знаєш, такий бездрожжевий, бачиш, такий кирпичкий. Є такий, типу, цей пушкарівський. Так. В длинних таких. Длинних таких, ага. Чорний хліб набутий. Чорний хліб набути, я написала. А і лаваші. Лаваші. На лаваші в нас, на лаваші в нас немає куриці. На лаваші з куркою в нас немає курки. Курки? Я ж курку у тебе говорила. Зараз показала на курку. А, грудка? Грудка, так. Да. Так грудку, є у мене грудка. Одна? Вона не є смітна. А, нам ще треба на ананасний салат грудки. А, дві грудки треба на ананасний салат. Это надо ехать покупать? Да. Это вы сейчас список делаете, что надо докупать? Надо будет докуплять. Вот это на лаваши выстачить эти купки? Я думаю, что хватит вот это на лаваши. Тогда на, я пишу две штуки грудки на салат. Давай. Грудка на салат. Салат. Курка, сир, ананас, яйца, кукурузка, майонез. Во, фирма. Рекомендую. Экспресс-салаты. Экспресс-рецепты від Оксани. Ну что, все. Точнее, рецепт. Слышь, а во чем мы будем подавать вот эти салаты? Может быть, тарталетки купить или не надо? Или лучше в тарелке? Можно и тарталетки. А какие что, салаты, знаешь, у вас будут? Чтобы не ложки, не вилки. Конечно, пишу тарталетки. Тарталетки. Какие салаты будут у вас? Будут у нас ананасный, капустный салат и свежий капустный. Ну, тарталетки мы раскладываем только ананасный. Ананасный, да. Супер, тарталетки, тогда я написала. Угу. С лаваш резаный. Лаваш. Лаваш є, сир є, зелень на городі. Что еще? Все, мы сделали лаваш. Все есть. Там и есть и петрушка, и укроп. И там еще, там, по-моему, кинза, а то там, на самом деле, не знаю, кому-то, конечно, не нравится кинзу, наверное, не будет. Так, теперь пицца или пирог? Мне что, пирог сделать? И на пиццу есть, и грибы есть, и все, можно все делать. Можно пиццу делать, можно и пирог. А пирог с чем, с икрой? У меня икра есть рыбная. Можно заработать пирог с икрой, да? Ну да, можно пирог с икрой сделать. Ну, пиріг зікроється, один пиріг з пік і все. Да? Піць надо. О, Галін фірміний. Звісно, Галя, делать надо. Піць треба декілька штук. То що тоді, пирога? Два пирога зробили. Я дуже купила, кстати, все є. На пирог все є. Пиріг. Так треба витащити тільки ікру з холодильника. Зробити роботу, так, значить. У мене там, що робити, є написано. А у тебе є? Так, а хто буде робити, ми ти не писала? Так, запечені стегна. Ну я пишу, що це буду робити я, а я потім комусь дам завдання. Хорошо. Марковча подзвонить Любі, подзвонимо. Бутерброди з рибою, це теж мілич, зроблю я. Лаваш з куркою. Може, тітя Люба? Мені що дадите, то і буду. Неділя.
правильно? Угу. Неделя. Да, бутерброд неделя. С рыбой тоже неделя. Пирог тоже, но я сделаю, за, ну, я рано встану, я пирог быстро сделаю, потому что я боюсь, чтобы она не испортилась. А это когда мы начинаем готовить? Чтобы свежим было, а? Когда начнем готовить? Сегодня мы будем готовить частично вечером, рыбу, да? Жарить, вот это все сегодня. Там такие вещи, которые... А завтра это то, что, допустим, вот пирог. Закуски, тарталетки, закуски. Вот это все завтра, с ранку, ну, чтобы, да. Не, чтобы холодильник не занимать, и во-вторых, чтобы было все свежее. Вот, например, там салат с ананасом в тарталетках. Пишу, что я люблю, суббота, неделя. Сегодня нарезаю, складаю, да, в холодильник. А завтра заправляем майонезом, раскладаем по тарталетках. Бо завтра більше народу приїде. Ну да. Ну только немножко. И, принципе, а Лена с Иваном... На первое время. А потому что майонез уже, чтобы потом не оставался. Да, чтобы дальше съели. Чтобы не порт съели и все. Чтобы мы чуть-чуть были. Да, ну, жара стоит. Машину вывели. Берег зикрон. Берег зикрон. Сделали. Фрукты, бананы, апельсины мы купили. Вистачить чи ще? Яблоки надо. Яблоки нету. Яблоко. Рыба жарена, уже все есть, уже рыба есть, уже все почищено, уже только пожарить. Рыба. Сегодня пожарить лучше, вечером. А стегна сегодня? Стегна завтра, наверное, бо я как раз пирог там буду, чтобы когда, пока горячая духовка, чтобы мне весь раз не нагревать. Солодка, не завтра. Конфеты, печенье, все. Термос, кипяток завтра. Пиво готово. Но пива. Термосы давайте приготовим сегодня. Все собрать. Скумбрию почистила я сегодня. Да, скумбрию сегодня почистила. Горілку, вино, це батько займається, да? Да. Ну и Тарас напиши. Володя пришел проконтролировать. Контролер. Так, купить хлеб черный, белый. Овчук, баранчук, шапка на колочку, парни, батько, штани, оранки, а я пляцки в печку. Может, кодинки одна раз не хватает? Ну, я думаю, что знаешь, что мы возьмем? Алюминий. Чуки разгулялися, руки разгулялися, людей, що не бачили бідей. Алюминий. 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 Попав, у нас... Работа. Сейчас он займется. Все приготовлю, потому что те эти одноразовые, они не годятся. Судочки взять с собой, скатерть. Вы купили одноразовый скатерть? Я забыла про нее. Ну тогда скатерть, пиши взять скатерть. Мы возьмем такую не одноразовую, а скатерть. Шампуры, правда? Полотенца одноразовые. Купим сегодня, бо вчера не знайшли. Серветки мы купили. То напиши. Это крушники. Ну, там у нас два есть, можно одну взять, но я думаю, что одна маловато. Так, и взять полотенца, такие полотенца, большие, чтобы купаться. Там. Чайник напиши взять с собой. Планируем основательно. Кружки, шампур. А кружки, это какие кружки? А такие у нас есть пластиковые, есть железные. А мы купили паперовые стаканчики, 50 штук. У меня и пластиковый есть, он это 50-литровый. Mm-hmm. Но вот эти на всякий случай. Знаешь, когда кипяток, там же будет это, печка же там. Вдруг чайник нагреваем или еще что-то, то, чтобы оно было. Чайник, чашка. Там, там немножечко мы возьмем. Всего-то несколько штук. Там 5-6 таких. Сахар напиши, вершки, докалы. Ну, потому что сборы. Дрова, топор. Капец. Кстати, спички. Дрова, 50 гривень мішок, ну для нашої кількості треба два мішка. Давайте там візьмемо. Та зачем дрова, ми тут купимо? Ну на що дрова сюди ще купляти? Тут нарубаємо. А вони нам влізуть, щоб ми їх повідвезли? Куди? На автобусі. На автобусі. Ясно. Брат мені казав, а скільки буде чоловіків? 25 буде. Ну він казав, 21 там 25. Да, а дрова, господи, дрова положимо. Тільки зразу підготувати треба прийти. А зіс не п'є, так що якщо нашої машини будемо. Ну, так, так там все одно машина одну надо буде. Там, потому що вдруг якщо зіс зовсім не п'є, то хай бере одну машину обов'язково. Да, одну чи мою, чи твою, хай бере. Потому что дети с нами, мало ли чего, или люди там, что там, не дай Боже, то, что. А дрова, вы будете надеяться, все хорошо? Вам мечтаете, что сколько там треба дров прийти? Машина всегда должна быть. И ты выбрать дров? Ага. Оксана, мы едем сейчас на... Еще помазать тебе, да? Да, обовязково. Зараз едем. Сузбанчики, да, кстати, забыла показать. Галя сегодня жарила сузбанчики. Сколько же Миша может... С
принесли с баны. Чтобы забрать по мне. А я сюда. И назад вернемся и сином займемся. Куди? Ну, коней нам. Хорошо, не говори, чтобы машину подогнать, я сам буду тебе сину ложить. Таке. Сам, я тебе пытаюсь. А дай Миша, чтобы машина лежит, походить. Это колосончик. Сус-басанчик. Кава, кофе, чай. Не, купили, взять с собой. Да, чай, кульки. Кульки, кульки. Одно, эти самые, судочки. Нет, судочки нет. Ага, кульки. Салфетки сухие, мокрые. Туалетная бумага. Есть написано? Все, серветки не бачу. Дай поиграться. Серветки, туалетная бумага. Щось писала. Так. Вроде писала ты туалетной бумагой. Угу, писала. Серветки тоже не писала. А купить семечки. Насіння? Да, купить насіння, да? Купить насіння, да. А семечки, что мы там будем грызть? Семечки? Хорошо. Дом уже будем грызть семечки. Кто-то хотя может, на воздухе, да? На воздухе. Кто-то хочет, кто-то нет. Кто не хочет, надо. Мяч надо взять. Мяч. Только есть он тут дома или нет? Не знаю. Надо спытать сейчас. Музыку с лазером привезут. А, с лазером привезут, ясно. Так, что там у нас еще? Все вроде бы, да? Так, что там? Игры. На игры. Что, какие игры будем? Потом здесь что у меня написано? Свет и дни. Я уложила Володю, теперь буду за Юлечкой смотреть. О, что это у нас здесь происходит? Целый прицеп. Боже, Тарас, ты его удержишь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы с Юлечкой будем сейчас играться, да, песочки. У меня новый песок, Я думала, обычный песок, а это оказывается вот такой, розовый. И Миша, он помогает. Вон, посмотрите, какую крупную клубнику соседи Людочка нам принесла. Спасибо большое, люди. Люда черная фамилия у нее. Черная. Посмотрите, какую. А, да? А, сосед Николай Гаврилович собирал. Ну, какая крупная. Люда, Юля, будешь крупную клубнику? Буду. Давай, по-моему, смотри, самую красненькую выбери. Нет, это не очень. Давай сейчас выберем. Все, посмотри, какая. Ну, это не самая крупная, конечно. Ну, давай, по-моему. Это завтра на гриль. А, на гриль.